Говорят, в нашем мире больше нет места волшебству. Но на самом деле нет ничего сильнее, чем желание. Вот бы ты и вправду разговаривал. Загаданное маленьким мальчиком. Ты мой лучший друг, Джон. Обожаю тебя. Но рано или поздно все взрослеют. Я пригласил Лори в ресторан. Думаешь, она ждет от меня предложения? Вы вместе всего лишь 4 года, Джонни, а со мной уже 27. Ну и где мое кольцо, а? Где кольцо? Ваня. Даешь кольцо на мой мохнатый палец? Ну прекрати. Ну ты меня понял. Я тебя люблю. И я тебя люблю. Что случилось? Я не понимаю, я правда не понимаю. 35-летний мужик боится какого-то грома. Я не боюсь. И если гром тебя пугает, третий лишним не бывает. Запивай нашу любимую. Попроси Теда съехать, чтобы мы могли остаться вдвоем. Я же не могу просто выставить его за дверь. Лори, что-то ты сегодня рановато. Кто эти девицы? Ну, где ж мои манеры? Знакомься, Наоми, Памела, Анжелина и Совиньон Блан. Прикинь, ее в честь вина назвали. Покажи им свою этикеточку. Тед, тебе надо съехать. Я помогу тебе встать на ноги, обещаю. Ладно, бро, давай обнимемся. Обожаю тебя. Извиняй, это та запись. Та запись? Ну, та, старая запись. Телочку склеил. Круто. Кассиршу. Знаешь, я бы не прочь показать ей, как медведи зимуют. Лори, как же ты, ухо, я 100 лет тебя не видел. Да потихоньку. Сделай одолжение, пришли по имейлу. Сейчас не грузи. Эй, я внизу, но под полотенце не заглядывал, на чужое не претендую. Иногда вспоминаю то Рождество, когда мне было 8. Лучше б мне тогда Винни-Пуха подарили. Ты чё ревёшь? Телевизор удачно приземлился. Третий лишний. Отстойный, прикинь. Неправда, костюм сидит супер. Джон, таких медведей дарят детям перед тем, как сообщить, что их бабуля померла. Смотрите в кинотеатрах со 2 августа.